Уважаемые студенты, сегодня у нас последняя видеолекция по курсу «Инновационная экономика». И она завершается продолжением темы «Инновационные кластеры». То есть это вторая лекция по теме «Инновационные кластеры». Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что, вернее, уже несколько занятий говорим о том, что такое кластеры, для чего они нужны. В прошлый раз говорили об инновационных кластерах. Сегодня мы продолжим это занятие и на этом завершим наш курс «Инновационная экономика». Давайте посмотрим, значит, какую роль играют инновационные кластеры на конкурентоспособность экономики как на национальном, так и на глобальном уровне. Вот посмотрите, пожалуйста, на данный слайд. Здесь указано, что вследствие глобализации конкуренции на мировом рынке конкурируют не только государства или отдельные компании, но и отраслевые группы. И в свою очередь отраслевые группы формируются на уровне регионов. И конкурентоспособные отраслевые группы создаются в рамках кластера. Сегодня в руках регионов, местных органов власти находится ключ не только от собственного экономического успеха, но и от конкурентоспособности на глобальном уровне. Ключом этим являются кластеры. То есть это вот тот вывод, который сделан учеными, которые убедились в том, что именно с помощью кластера можно добиться конкурентоспособности не только на региональном, но и глобальном уровне. Кластеры позволяют повысить конкурентоспособность локальной экономики тремя способами. Во-первых, посредством повышения производительности входящих в них предприятий и отраслей. Во-вторых, посредством повышения способности к инновациям и таким образом к повышению производительности. И, наконец, в-третьих, посредством стимулирования создания нового бизнеса, поддерживающего инновации и расширяющего границы кластера. От кластеров к стратегическому развитию района. Смотрите, значит, центральные власти, что из себя представляют? Центральные власти, это региональная законодательная власть, региональная исполнительная власть. И они, значит, сотрудничая с местной властью, с экспертами, экономикой, сообществом региона, образуют так называемые кластеры. И участники разработки стратегии устойчивого развития. Если вы посмотрите вот эту вот картинку, это есть участники разработки стратегии устойчивого развития. То есть это кластеры. Кластеризация бизнеса, к чему она приводит? Бизнес – среда, стимулирующая создание кластеров. Политики бизнес, продвигающие поддержку. Стратегии, программы, стимулирующие поддержку. Чиновники, которые реализуют меры поддержки. Ученые, стимулирующие политической воли для реализации достижений. Кластерно-ориентированная политика создает предложение важных общественных благ, важных в том числе для инвесторов. Во-первых, кластерная политика основана на преимуществах создания сетей сотрудничества и диалога между фирмами и другими объектами. В таких сетях фирмы могут меняться информацией, получать ресурсы, достичь коллективного решения и тому подобное. Во-вторых, кластерные инициативы включают коллективный маркетинг, специализация региона, что повышает осознание сильных сторон промышленности региона. Кластерно-ориентированная политика создает предложение важных общественных благ, важных в том числе для инвесторов. Вот в-третьих, значит, обеспечение предприятий местными услугами, нацеленными на конкретную специализированную деятельность местных фирм.
финансовые консультации, услуги маркетинга и дизайна. В-четвертых, сами кластерные связи позволяют идентифицировать слабые звенья цепей добавленной стоимости кластера и привлекать инвесторов и бизнес для заполнения этих брешей и усиления связи спрос-предложения. Конкурентные преимущества. Рассеянные. Здесь вот самое интересное, что вот эти конкурентные преимущества, они рассеяны между участниками кластера. И они реализуются через взаимодействие. И именно оно является дополнительным ресурсом кластера, обеспечивающим конкурентоспособность его участников. Мы считаем, что ресурс конкурентоспособности становится все более важным в условиях значимой знаниевой экономики, то есть экономики знаний, когда не монопольный доступ к уникальным ресурсам определяет конкурентоспособность фирмы, а умение строить взаимоотношения, комбинировать имеющиеся в свободном доступе ресурсы в новые уникальные комбинации и воплощать их в уникальные особенности продукции. Это умение выстраивать схемы и организационные формы межфирменного взаимодействия требует еще и новых институциональных норм взаимоотношений, межотношений на основе доверия. В свою очередь, доверительное взаимодействие внутри кластеров способствует распространению знаний. Кластеризация. Государственная политика создания кластеров – это введение понятия «кластер» в стратегические и экономические документы. Второй этап – разработка пакета основных первоочередных мер. Третий этап – выбор публичных институтов, которые будут играть ключевые роли в реализации кластерной политики. Далее. Выбор основных секторов, которые целесообразно будут поддерживать государство в рамках кластеров. Выбор направлений деятельности предприятий, которые целесообразно будут поддерживать посредников государственной кластерной политики. И разработка методических и практических материалов по созданию кластеров, помощь руководителям региона предпринимателям. Кластеризация – это государственная поддержка создания кластеров. Первый этап создания кластеров – пропаганда в обществе идей и преимуществ, связанных с созданием кластера. Проведение исследования по целесообразности создания кластера, сопоставление карты кластера, подбор и обучение специалистов, которые призваны распространять идеи кластеров, процесс обучения менеджеров кластерам, возможные источники финансирования. Второй этап. Поддержка существующих кластеров с использованием иных подходов, предлагающих ограничения опеки и акцент на более крупные инновационные проекты. Мониторинг деятельности кластеров, пользующихся господдержкой. Положение поддержки создания новых кластеров, в том числе за счет доходов и преимуществ действующих. Актуализация карты кластеров. Экономика, основанная на кластерах, это модель конкурентоспособной, инвестиционно привлекательной экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения. На этом мы завершаем курс инновационной экономики. Я думаю, что вы получили определенные знания в этой области. Можете сделать определенные выводы, имейте определенное мнение и в будущем будете способствовать развитию инновационной экономики в нашем обществе. Так как без инноваций, без развития инновационной экономики и привлечения ее инструментов мы не сможем создать развитую экономику в
в нашей